Малышей пока разместили в коробке. Ну, я не сразу заметила, но у одного из малышей какие-то проблемы с лапками. У него что-то очень нехорошее с лапками. Сейчас покажу. Ну-ка, малышка. Уйди. Ну-ка. Иди сюда, котик. Ну, попробуй, ползи. Иди сюда, солнышко. У него что-то с лапками. С передними лапками что-то у нас. Он и лапки задние разъезжаются. Деточка. Ну-ка, малышка. Ну. Давай, мой хороший, попробуем. Давай. Давай-ка, ну-ка. Давай, ну-ка, попробуем. Так. Деточка, ну, давай, мой золотой. Попробуй, покажи. Короче, он задние лапки поднимает. Чуть-чуть. Так. А передние у него не держат совсем. У малыша передние лапки вообще не ходят. Почему-то. И в чем дело? Непонятно. Что с лапками? Непонятно. Малышка. Иди сюда, малышка. Ну-ка, маленький, попробуй. Вот так он уползает. Отойди, зайка. Отойди. Маленький. Иди сюда, деточка. Вернись. Ну, попробуй. Так, завтра к врачу. На снимке. Будем смотреть, что с малышом. Господи, помоги.